Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы с вами немножко поиграем сегодня в Боумастер. Это такая, как вам даже сказать, не знаю, игра на меткость, на сообразительность. В общем, сейчас сами все увидите. Я в нее немножко поиграл. Вот у меня такой персонажик есть. И приступим. Так, давайте, наверное, вот так вот. Не бойся, все будет нормально, родной. Так, у меня оружие томагавк. Разыграли ящик. Дали нам 500 монет. Comeback 3. Ну что, давайте приступим. Кто тут против нас? Неко. Сейчас ты довеселишься, у меня Неко. Ну-ка, давайте-ка, наверное, вот на соточку. Вот так приблизительно. Бам! Прям в башню. Пол хп отнял. Болзай, да тебе это не поможет. Ну, что-то. Опа, и мимо. Красота. Так, ребята, у нас была соточка, да? Где-то, наверное, вот так вот. Ну-ка. Ах ты. Надо будет немножечко повыше взять. Мимо, мимо, мимо. Ого. У нее ножичек-то нехило разлетается. Давайте, наверное... По-моему, так было. Вот чуть-чуть побольше. Давайте. Ух ты. Хедшот. Так, что у нас? Финишим. Так, попасть бы. Так, 113, может, 113, 14. Давайте вот так вот где-то. Должны попасть. Ну, есть! Есть, ребята. Завалили мы ее. Неко. 50 золотых получил. Ну что? Да, конечно, не спорят. По нам попали, но, тем не менее, все отлично. Давайте сундучок вскроем. 750 золотых мы получили. Так, получил я нового персонажика, по идее, да? Не буду ничего покупать у вас. Так, а насколько, кто он, что он делает, как его выбрать, а, ребята? Так, какие-то письма непонятные тут пришли ко мне. Да идите вы со своими письмами, а? Реклама, сплошная реклама. Так, ну что же, давайте глянем, кто тут вообще у нас есть. Так, кто, осьминог? Мимик. Ух ты, персонажей-то тут немало, ребята, довольно немало. А где же мой? Ага, вот мой. За 5000 могу купить. А это самый первый у нас, да? Я даже не знаю, а где тот, который был-то? Где он, где он, где он? Ага, вот он. Ну что ж, давайте попробуем. И кто? Король-осьминог. Хорош там спать. Так, что мы нажимаем на стрелу, и она у нас вращается. Давайте попробуем. Ну, вот так вот, наверное, чуть-чуть повыше. Куда тебя, братишка, засосал-то? Опа! Как тебе, король-осьминог? Так, какой-то медуза у меня швыряется. А? Ну-ка, мимо, 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 мимо. Да, конечно. А какого лешего-то сразу он меня убил? Так, ну, за 300. Ну, я не знаю, не буду ничего. И... А тут уже, в принципе, не важно, попадет он или нет. Да он еще и попадает. От меня осталась только грудочка пепла. Да, мощный паренек, оказывается. Глянем давайте. Так, ну сколько вы мне дадите? 750 золотых. Ну что ж, меня это радует. А почему он уже платный? Он же был бесплатный только что. Да, придется мне возвращаться к моему прежнему персонажу. Так, 15 раз посмотреть видео. Не припухли ли вы, ребята? Так, за 5000, за 7. Нет, нафиг. Давайте, иди сюда. Ко мне, мой родной. И против нас Горский, мистер Горский какой-то. Скелет в скафандре. Давайте его нокаутируем по-маленькому. Вот, я думаю, где-то так, да? Для пробы. По-моему, перелет.
Причем какой перелет? Так, он у меня с флагом здесь, да? Ой. Ох ты, чуть-чуть бы и задел. Ну-ка, давайте-ка. Я не знаю. Давайте. Вот так вот. 88. Опа! Замечательно. Промахнись, промахнись. Отлично. Хорошо, я стою на таком склончике. Мне как бы это играет на руку. Ну-ка, ся. Да ну нафиг, не долетело даже. Промахнись, промахнись, промахнись. Да какого же лешего-то, а? Так, давайте немножечко повыше. Вот приблизительно где-то так. По-моему, перелет, да? А, нет, 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 нет. Все замечательно, ребята, у нас все как никогда лучше. А где же твой флажок-то? Хе-хе-хе, промашку дал, скелетик. Думать надо лучше, думать. Ну-ка, давайте еще разочек так. Получи-ка, выкуси! Хмырь болотный, блин, не добил, жалко, а? Потому что, видимо, черкашом. Ах, чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть, и он бы меня... подбил, но не видать ему этого, как и своего лица. А ну-ка выкуси. Черт, он сдвинулся немножко, да? Надо, значит, немного. Ах ты, сопляжуй. Так, ребята, надо завязывать с ним. Меня откинуло немножко, да? Значит, надо брать поболее, по идее. Ну-ка. Ой, по-моему, высоко взял. Только бы не попал, а? Только бы не попал. Есть. Мимо, косорылый. Теперь вкуси. Не знаю, 80, 90. Так, вот возьмем. На, надо побольше брать. Надо брать, ребята, побольше, потому что, сами видите, недолеты они. А он бьет в меня тоже, в то же место, где я и стоял. Так, что у нас там было? 90. Вот так вот, может быть. Давайте попробуем. Нет, все-таки надо брать побольше. Надо где-то... Нет, 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 нет. Только не добивать. Давайте соточку вот на 20. Так. Блин, много, наверное, взял. Ну, попробуем. Ах ты! Так, сотка где-то на... на 20. Вот. Так, попробуем, давайте. Нет, надо брать меньше. Сотня на 30 где-то, так. Только бы не попал. Ух ты, прям чуть-чуть бы и все, и головы не видать моей. Так, ну что, давайте попробуем вот так вот. Должен попасть. Я взял повыше, но... Чувствую, я сейчас доиграюсь, ребята. Чувствую, я доиграюсь сейчас. Все, доигрался, блин. Доигрался, блин. Ладно, убивай меня. Скелет в скафандре. Все, еще и попал. Нифига он меткий. И флаг, да? В теле. О! О-о-о-о! Только глазки и отлетели. Какой он мстительный, а? Да, я понимаю тебя. Мы очень довольны. Получили мы 750 золотых. Так, ну что ж, давайте попробуем теперь вот этой девочкой. Чё она у нас умеет? 7000. Угу. Так, отлично. Оружие у неё геймпад. И против нас какой-то девонер. Это кто такой-то? Так, запускаем, нажимаем, и он у нас вибрирует. Так, ну давайте, для начала мы определимся вот так вот. Да какого лешего? Хотел испробовать, испробовал. Так, а у него какая-то бомба. Опа-на! Ничего себе, он мне личико-то поджарил. Ладно, давайте-ка вот так вот. Огонь. Недолет, сами видели. Ох ты, ничего себе, он еще летит и...
и жарит лазером мне каким-то. Да успокойся ты уже, а! Надо брать дальше, чтобы летел. Ну! Рано слишком нажал. Слишком рано. Промахнись, промахнись, промахнись! Есть! Ничего себе, она летит и стреляет. Здорово просто. Ну а так если... Да какого лешего-то, а? Блин, очень быстро летит, не успеваю среагировать, когда надо нажать, ребята. Только лишь из-за этого. Фу ты нафиг, вот это повезло мне. Ну-ка, выкуси-ка. Да ну нафиг, ну не то все. Все это не то. Черт, хоть записывай. Ё-моё, ну все, он меня поджарил, ребята. Ну как так, а что ты ножками барахтаешь? Давайте жизни увеличим, купим, попробуем. Ага, половиночку хп мы восстановили. Но это у нас еще есть шанс, ребят. На-ка! Рано, слишком рано. Ты пучеглазый, ты выделываешь сейчас. А, по-моему, промахнулся, да? Хе-хе-хе. Моя очередь. Не, действительно, в следующий раз буду, когда играть, надо будет записывать, промазал, свои координаты броска. Потому что я их забываю. Так, что у нас? Специальная атака какая-то. Надо не пропустить ее. А ну-ка! Headshot. Блин, не успел нажать, но в рожу он получил капитально. Тихо-тихо. Ух ты! Вы видели? Прямо между мной пролетел лазер из звонного оружия. Так, давай. Что меня, в принципе, спасло? А тебя, братишка, это не спасло. Так, ребят, еще, я так понимаю, одну приблизительно меткое попадание, и все, ему карантарики, ну-ка. Давай. Блин, ну это офигенный перелет, просто офигительный. Сейчас чувствую, он меня добьет почему-то. Нет, еще живем и цветем, и пахнем. Ну давайте приблизительно вот так где-то чуть-чуть подкорректируем. Блин, а ну что ж такое, слишком высоко, а? Эх, да, вот тут, ребята, в том-то вся и сложность заключается... Мимо! Да какое там мимо? Вся сложность заключается в том, чтобы попасть именно, рассчитать траекторию полета. Сейчас еще и добьет, да? Рассчитать траекторию полета своего оружия, чтобы оно сработало. Смотри, еще и попал, упырь космический. Опять осталась только груда пепла. Ладно, мы не будем на этом отчаиваться. 250, ну что, глянем давайте. Если честно, я даже не знаю, что делать. Денег у меня 1000 всего. Эти у нас пока не открываются. Нужно сделать очень много побед. Ну, это все у нас будет впереди. Давайте... Что там захрюкал кто-то? Так, давайте-ка еще разочек. Кто у нас там будет? Тор. Против нас играет Тор. Ну что ж, давайте его проучим маленько. Надо вначале определиться, куда бить. Перелет, ребята, сами видели. Но близко уже было. Интересно, а когда она падает вниз, она его задевает или нет? Да какого лешего-то, а? Именно в меня попал. Хорошо немножко задел в ногу. Так бы пол хп и снял бы только в путь. На-ка, выкуси. Опа! Я ему, в принципе, тоже в ногу попал. Пока на равных. Промахнись! Да какого ж ты, блин! Торты с... Слов у меня нету, а? Так, пол башки нет, но мы все еще играем. Замечательно. Давай-ка. А ну-ка. Ну! Да что ж такое-то, надо, наверное, чуть-чуть повыше брать, потому что все по земле. Пролет, я же вижу, что пролетел. Какого лешего? Вы видели, что он сделал? Он меня поразил молнией, когда топор его пролетал надо мной. Надо тоже отомстить ему, ну так не пойдет, ребят, дело. Не успел даже нажать, а? Мимо! 7 метров. Что такое значит 7 метров? Не пойму. 42 метра. 42 метра. Это показывает расстояние до него, так ведь? Мне это ничего не дает. Ну!
Почему не срабатывает кнопка? А, тут, видать, суперудар-то еще. Промахнись. Конечно, тут, ребята, суператака действует только в определенные у нас моменты. Когда есть, когда написано, что атака действительно суперудар. Ну, давай. Ать! Сейчас я нажал чисто случайно, но ведь не было же написано, что атака активна. Тогда я не понимаю, в чем проблема. Промахнись! Отлично. Так, ну что, ребята, я думаю, еще одно меткое попадание и ему край. Давайте. Так вот, да? У нас был где-то тогда в тот раз. На-ка, выкуси! Не добил. Вот, стой в ужасе от меня. Не дай бог, сейчас прям в башню попадет, а? Хе-хе-хе! Косорылый! Тор! Все, ребята, это... Вот, видите, специальная атака. Используйте специальную атаку. Ну, давайте попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Есть! Есть, ребята, он попал! Вот так вот лежит там своими ручками грёбаными, махай. Ну что, ребята, попробуем сейчас его добить по суперудару. Будет, конечно, хорошо. Это дополнительный бонус к деньгам у нас будет. Ну-ка, давайте-ка вот так вот. Попади! Ну, попали же все-таки. Да, не засчитали почему-то нам суператаку. Ну что же, ребята, очень хорошая игра. Думаю, я в нее буду дальше играть, проходить. Будем с вами смотреть. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока. Can't stop now.